В детстве мы с Маркусом были не разлей вода. Он заботился обо мне после смерти родителей. После того, как он стал священником, мы отдалились друг от друга. Но все же он единственный, кому я могу доверять. Единственный, кто может поверить, что я ни в чем не виноват. Бомж, наверное. Бедняга. Сидит тут в такой мороз. Рад тебя видеть. Я скучал. Давно не виделись. 2 года. Ну, рассказывай, Лукас. Маркус, я убил человека. Это случилось прошлой ночью в закусочной. Я как будто был одержим. Как будто был в трансе. Как марионетка на веревочках. Я видел, что делаю, но был не в силах этому помешать. О, боже. Поверить не могу, Лукас! Скажи, что это шутка. Ты не способен на подобное. И еще вот. Ты порезал запястье. Перед тем, как его убить, я вырезал на себе ножом эти символы. Понятия не имею, что они означают. Ты пошел в ресторан один? Да, мы с Тиффани расстались около месяца назад. Я стараюсь как можно реже бывать у себя в квартире. Знаешь, без нее там теперь так пусто. Вон так. Кому еще ты об этом рассказывал? Никому. Я могу доверять только тебе. Ты говоришь, что как будто был в трансе. Что ты имеешь в виду? Магию? Колдовство или что-то в этом роде, так? Маркус, я не могу этого объяснить. Я просто рассказываю тебе, как все было. Я уверен только в одном. На самом деле убийство совершил не я. Когда я совершал этот ужасный поступок, я что-то видел, точнее, кого-то. С тобой кто-нибудь был? Нет, это было нечто вроде видения. Я видел человека, сотни зажженных свечей, а еще там была маленькая девочка. Ты видел девочку? Ей было одиноко, плохо. Она просила меня ей помочь. Что со мной творится, Маркус? Что мне теперь делать? Маркус, ты знаешь меня лучше всех. Помоги мне. Слушай, Лукас, я совсем сбит с толку. Это такая странная история. Может, тебе лучше... Лукас, может, тебе стоит рассказать обо всем полиции? Приди к ним сам, пока они тебя не нашли. Ты что, думаешь, они поверят в такую историю? Да они убегут меня за решетку на всю жизнь, и я никогда не узнаю, что произошло на самом деле. Лукас, я священник. То, что ты отнял жизнь у человека, для меня очень серьезно. Маркус, я же сказал, что это не я. Столько лет прошло, но ничего не изменилось. Ты все еще меня не слушаешь. Лукас, не проси меня делать выбор между моей верой и родным братом. Маркус, я не убийца. Ты единственный, кому я могу доверять. Я просто прошу, чтобы ты мне поверил. Хорошо. Я сделаю для тебя все, что в моих силах, до тех пор, пока это не противоречит моей вере. Слушай, мне нужно кое-что разузнать. Я позвоню. Держи. Тебе это нужнее, чем мне. Маркус, ты же знаешь, что я во все это не верю. Спасибо. Мальчишка, он поскользнется. Нужно его остановить. Коп из забегаловки. Если я ничего не сделаю, мальчик погибнет. А если я помогу ему, меня узнает коп. Что же мне делать? Потерял сознание.
Быстрее. Нужно плыть наверх, пока я не задохнулся. Патруль 324. Ребенок упал в воду. Немедленно вызывайте скорую. Он храбрец. Если бы не он, ребенок бы погиб. Да, он герой. Он нырнул в ледяную воду, чтобы спасти ребенка. Если бы не он, мальчишка точно бы погиб. Коп меня узнал. Мы оба это поняли. Трудно сказать, почему он не арестовал меня. Может, он решил, что мы в расчете. Я взял одну жизнь и одну спас. На первый взгляд ничего не изменилось. Полиция все еще искала меня по обвинению в убийстве. Но когда я уходил из парка, то знал, что снова могу без стыда смотреть в зеркало. У меня есть одна вредная коповская привычка. Когда я берусь за дело, я не могу думать ни о чем другом. Я так устала, что всю ночь не смыкала глаз. Что-то в этом убийстве не давало мне покоя, но я так и не смогла понять, что именно. Привет, Карла. Как дела? Привет, Дак. Неплохо. Тайлер уже здесь? Насколько я знаю, нет. Ну что, готов уйти на пенсию? Работаю над этим. Привет, Карла. Привет, Карла. Ты не напомнишь своему напарнику, что он должен мне 100 зеленых? Я их уже полгода жду. Ничем не могу помочь, Джеффри. Сам с ним поговори. Он меня сторонится, как чумы. И он же только тебя одну слушает. До скорого, Джеффри. Тайлера все еще нет. Нужно ему позвонить. Эй, Карла. Эй, Гаррит. Карла, постой. Я получил результаты тестов по убийству в забегаловке. Отлично. Как Тайлер приедет, мы к тебе подойдем. Хорошо. Все утро я буду на месте. Тайлер бесится, когда трогают его вещи.
Глупость, конечно, но думать помогает. Да? Ты смотрел на часы? О, черт! Шевелись, сегодня утром к нам придет официантка составлять фоторобот убийцы. Уже иду. Все это случалось раньше. Кирстен, и что же это должно значить? Ну, полежи еще. Прости, детка, но мне правда пора. Я сварю кофе. Хорошо. Иду в душ, одеваюсь и убегаю.
Фигурка Сокса, одного из персонажей моей любимой видеоигры. За окном уже светло. Наверное, я немного проспал. Мне нравится смотреть на нее, когда она спит. Хотя мы знакомы уже 2 года, она волнует меня так же, как тогда, когда я увидел ее в первый раз. Ты же вроде торопился. Детка, для тебя у меня всегда есть 2 минуты. Всего 2 минуты? Да, Карла, уже еду. Да, знаю. Нет, у меня была одна проблемка. Так что, ладно, ладно, я мигом. Ох, ну ладно, на этот раз мне и в самом деле пора. Сэм опять не в духе. И я знаю, что ее гложет. Да, по-моему, давно пора купить новый. Сэм, иди в постель. Так ты можешь простудиться. Я не замерзла. О, Сэм, прошу, не начинай. Я сегодня умирать не собираюсь. Я устала жить в страхе. Каждое утро боюсь, что с тобой может что-то случиться. Сэм, я тебя понимаю. Тебе просто нужно привыкнуть, вот и все. Ой, милая, ты же знаешь, я не переношу, когда тебе плохо. Может, ты уволишься? Мы могли бы уехать во Флориду и заняться магазином моих родителей. Жили бы как все. Завели ребенка. Я еще не готов к нормальной жизни. Сейчас мое место здесь. Постарайся принять меня таким, какой я есть, и как важна для меня моя работа.
Ты меня даже не поцелуешь? Я тебя люблю. Привет, Тайлер. О, тебя ищет Карл. Да, я знаю. Ну что, ты готов уйти на пенсию? Да, я работаю над этим. Тайлер, как дела? О, Тайлер, ты посмотри, как раз тот, кто мне нужен. Вот дерьмо. Помнишь те 100 баксов, которые я тебе одолжил полгода назад? Я был бы очень не против, если бы ты вернул мне их как можно скорее. Например, прямо сейчас. Джеффри, неужели ты готов разорвать нашу крепкую дружбу из-за паршивой сотни зеленых? Ты удивишься, но это именно так. Так что гони деньги, пока я не разозлился. Йоу, вот что я тебе предложу. Мы с тобой сыграем в баскетбол на 100 баксов. Если ты выиграешь, я сразу отдаю тебе 200 баксов. Если нет... Без претензий. Если выиграю, дашь мне 200 баксов? Я тебе слово даю. Хорошо заметано. Но даже и не думай не заплатить мне, если проиграешь. Потому что... Не волнуйся, когда у меня выдастся свободное время, я к тебе подойду. Официантка еще не пришла? Скоро придет. Гаррет получил результаты. Сходим к нему. Пальто повешу, и тогда пойду с тобой. Хорошо, давай. Так, с чего ты хочешь начать? Что там с ножом? Снял с него хорошие отпечатки. Они совпали с пальцами на вилке и стакане на столике подозреваемого. Значит, убийца точно сидел за тем столиком. А по лезвию? Как раз хотел сказать. На нем точно есть кровь жертвы, но странность в том, что также там есть и кровь убийцы. Что насчет крови в кабинке? Ты не поверишь. Это кровь не жертвы, а самого убийцы. Как это он кровью в кабинке истекал? Понятия не имею. В забегаловке под одним из столиков Фрэнк нашел книжку. По-моему, это «Буря» Шекспира. Отпечатки проверил? Да. Они совпадают с теми, что были на вилке и стакане. Так что это точно его книга. На вид она довольно старая. Возможно, она нам как-нибудь поможет. И что, ты обо всем этом думаешь? Я не знаю, как объяснить капли крови в кабинке. Жертва могла ранить убийцу в драке, но это все равно не объясняет, почему кровь в кабинке. Как будто убийца сам себя поранил. Почему бы и нет? Недотеп в каждой профессии полно. Может, убийцы тоже бывают? Натянутое объяснение, Гаррет. Каждому свое, Карло. Я делаю тесты, а ты находишь им объяснение. Спасибо за помощь, Гаррет. До встречи. Так и что нам делать? Как раз хотела сказать. На нем точно есть кровь жертвы, а также и кровь убийцы. Хорошо. До скорого.